Гомельскому автобусному парку номер 1 – 60 годов. Круглая дата для предприятия не только нагода для свята. Тут вспомнили славутую историю, подяковали работникам за упартую шматгодовую працу, а так само обмерковали наденное, хвалюющее питание. Подробности в наступном сюжете. История предприятия – это не только поспехи, а и шматликие выпробования. Мало кто ведает, колисти работники автопарка навык удельничали у ликвидации наступства аварии на ЧАЭС. Зараз тут працуют около 1000 человек. Сярод их тех, кто присвятил свою працу все життё. Отзначить их отданность любимой справе – долг керавництва разных узровню. У своей промове губернатор Гомельской области Геннадий Соловей віншує коллективу и дякує за стойкость у час, коли пандемия выпробовала, натривала всех без выключения. Уменьшились перевозки зарубежные, международные, уменьшились пассажиропоток на территории Гомельщины. Конечно, мы это ощутили все. Шмат намаганий у сродков спотребилося на вирішення самих острих питань. Підтримка медиков стала задачей номер один. Тим не менш, модернізація предприємства – питання часу. Електрифікація автобусного парка обов'язково быть. Так само керівник облвиконкому подякував работникам за уклад у будівництва меморіального комплексу у Але. Проект, по словам губернатора, справді народний. До речі, юбілей собрав множество гостей і партнерів предприємства. Теплі слова у адрес автопарка – знак шматгодового і моцного сябровства. В финале святочной программы – конструктивный диалог улады и работников. Геннадий Соловей обмерковал с коллективом выники полугодия. Говорка шла о поспехах у сельскохозяйственной галине, а так само о досягнениях наших медиков. Отказы на питание присутных – важная частка размовы. Спектр широкий. От доброго порадкования городских территорий до стану справ у спорте. Губернатор заявил, у вересня улады планируют усталевать у каждом районе города спортивные пляцовки. Особливый момент – гарантия поддержки, которую Геннадий Соловей дает предприемству. Таким эмоциональный, изъединенный коллектив этого варты. Сегодня одно из стабильно работающих предприятий, где четко выплачивается зарплата, есть стимулирующие факторы. Сегодня у нас развивается не только основное производство, но и социальная сфера. Для людей созданы прекрасные условия для проживания в общежитии, созданы условия для маленьких детей. Сегодня особое внимание мы уделяем нашей молодежи. У коллектива автопарка шмат планов на будущее. Сярод их створение патриотичного маршрута по местах боевой славы и мемориальных комплексах. Пандемия коронавируса не дозволила ожитявить эту идею весной, але отповедное доручение губернатора будет обовязково реализовано. Миколай Скинзиян, Ганна Каральчук, Сергей Лукашук, телерадио компания «Гомель».